фильм «Ялта», фильм, который расскажет очень много о поездке, зимней поездке с друзьями в субтропическую страну. Это вид с места, где мы остановились. У хозяйки случилась беда, и она вынуждена нас переселила, но, как оказалось, место было еще более роскошным в плане видов на море, и мы были так высоко. Достаточно долго мы были, мне кажется, мы были 6 дней, и я в эти моменты, как снимал, я, как правило, оставался дома, потому что нужно было работать, нужно было делать работу. Зима в Ялте — это нечто прекрасное, нечто удивительно уютное. Есть потрясающая природа, есть потрясающие возможности для тихих прогулок. Есть лес, есть горы, есть море, есть солнце. И постоянно кажется, что это рай. Мы приехали буквально в начале января, и это был довольно долгий 6-дневный отрезок. Мы успели много куда съездить, побывать в горах, побывать в лесах. Я должен, наверное, все-таки добавить, что это стало обычаем ездить в Ялту зимой для меня, поскольку ну, я не знаю, почему так получается, но все эти, в общем, раз в 2 года, уже 3 раза подряд, в эти же числа, с 6 по 14 января, происходит такой вот некоторый киноцикл. И можно было бы это как-то назвать, но я просто называю это Ялта. Ялта с друзьями. Это Яша. Яша был первый раз в Крыму, и вот так вот иногда бывает в судьбе человека увидеть Крым первый раз здесь зимой. К нам подходил как раз вот на Айпетри обворожительный армянин и предлагал экскурсию. Так вот, да, я все хотел объяснить все это. Дело в том, что первый раз я побывал в Ялте, наверное, где-то в 1994 году. Мне было, наверное, около 4 лет. Мы поехали с родителями, были в Никитском ботаническом саду, где мне прокололо огромным фикусом колено. В общем, для меня, несмотря на то, что я вырос в другом крымском городе, Ялта осталась каким-то параллельным спутником, который всегда манил, во-первых, своей инаковостью, своей природой. Это я разрабатываю новый художественный язык.
Мне кажется, я хотел передать возмущение от ремонта. А может быть, это просто предвестие поездки? Таким образом, Яша тоже снимал свою версию фильма, и по этому случаю он даже купил в Ялте VHS-камеру. Надо заметить, что вот в кадре появляется и Аяна. Надо заметить, что каждый раз поездка в Ялту, естественно, происходит кардинально разное, и это обозначается не только тем, что каждый раз компания разная, это обозначается тем, что за 2 года меняется очень много, и Ялта 2014, конечно, была студенческой, в то время как Ялта 2016 была, скажем так, нечто, чем-то средним между 2014 и 2018. Ялта 2014 еще была украинской, а Ялта 2016 это уже была та самая Ялта с электрогенераторами. И места все время посещались разные. Поскольку невозможно все время ходить по одним и тем же местам, это очень скучно. Существует некая психогеография, и нужно отдать ей должное. Хотя я вот соврал сейчас, Воронцовский парк мы посещали, по-моему, 2 раза уже. Но все равно с разными компаниями в разных местах этого парка. И недаром вот сейчас были кадры с огромным количеством камней. Совершенно внезапно Яша слышал, как Аяна зовет нас туда, и мы зашли в это место. Или это он позвал, я уже не помню. Я уже действительно не помню. Но самое главное то, что в этих фильмах, в этом цикле фильмов, я помимо аспекта психогеографического, хотел бы еще заявить об аспекте метасвободы и свободы жанровой, и вообще некоторое пожелание просто делать все, что хочешь, да, если его можно в жизни где-то применить, то без урона и ущерба для окружающих, то, конечно, лучше это сделать с любительским фильмом. Достаточно
Важно будет сказать и то, что мы все хотели делать фильм. Мы звали много людей, я приглашал очень многих поехать, но никто, кроме Яши и Аяны, не схватился за эту мысль, и она фактически осталась, в моем понимании, едва вообще возможной. То есть сам фильм по себе получился, и в нем есть все, что нужно знать о этой поездке, о том, какой она может быть, какой может быть погода, да, как дует сейчас ветер. И Яша с Аяной оставили меня по той причине, что я должен был совмещать работу в этом отпуске, и был очень красивый шторм, я все-таки вышел на порог и взял свое фиксирующее устройство, фиксирующая реальность, и мы, тем не менее, 6 дней, повторюсь, это очень прилично для любого города, где бы вы ни были, можно заскучать везде, и, ну, не сказал бы я, что было скучно, и это было то, что нужно, то есть это было прям вот то, что надо. Если говорить что-то, возвращаясь к детству и к той первой поездке в Ялту в 94-м, то это то уютная составляющая, которая, я считаю, подарком судьбы, то, что я родился в Крыму, и то, что это просто дар судьбы, что рядом всегда были эти прекрасные, красивые, горные, морские места. Если бы я родился где-то в, не знаю, в Воркуте или в Рязани, или там в Казахстане, или в Норильске, наверняка я бы тоже там снимал про эти места фильм. Но раз уж так вышло, что поделать? Мы снимаем то, что видим, и мы предпринимаем методичные, регулярные усилия, чтобы возвращаться в эти места. Очень распространена почему-то у нас. В моем представлении зимняя Ялта очень близка к той обстановке, той мечтательной обстановке, в которой я хотел бы жить, и в которой, я уверен, я бы и жил, и в которой живет какая-то моя часть. Это идеальное место для одиночества, идеальное место для возникновения совершенно законченных постулатов и совершенно законченных произведений, совершенно необычного погружения в субреальность и в творчество. И мне кажется, что если вы вдруг думаете, куда поехать сейчас в России, вы находитесь там или где, но особенно если вы в России, и, допустим, у вас есть фриланс-работа, вы не боитесь одиночества и не боитесь того, что, по сути, не будет вокруг никакой динамики, будет статика, скорее всего. Вам нужно писать роман, или вы увлечены какой-то исследовательской работой, например, вы изучаете количество оставшихся секвой на южном берегу Крыма, как бы. Или вы просто делаете документальный фильм. Но
Одно точно можно сказать, что Ялта вот в нынешних контурах бывшего Советского Союза с ее изолированностью от всего мира, так уж получилось, но она остается этим зыбким раем. Некоторые случаи лишь подтверждают это. Например, я вот увидел Яшу и Аяну совершенно другими здесь. Мне, может быть, это показалось, может быть, я люблю фантазировать, но люди преображаются здесь. Я видел это, я видел, как это происходило буквально со всеми, кого я... Да, господство хаоса. Всеми, кого я видел в других местах земного шара и те, кто приезжал сюда. Какой-то отпечаток легкости французского блаженства и ветер времени, который как бы смахивает все результаты. Конечно, очень приятно гулять, и я думаю, что вообще жить в Ялте это, конечно, одновременно и вызов, и фантастика. Мы встретили замечательного паренька, который продал Яше камеру, его звали Филипп. Филипп, тебе большой привет из этого фильма. Вот он, наконец-то, этот фильм. И Филипп, надо сказать, очень хорошо влился вот в наш формат, или мы влились в его формат, поскольку он профессионально связан с операторским делом, я так понял, с кино, и он учился в Карпенко-Карова в Киеве. И тоже вся эта история очень такая переплетенная, и мы, которые уже приехали из России, и я, который вырос в Крыму и приезжал в Ялту ребенком, и я помню, на мне был комбинезон, сшитый мамой из мелких-мелких лоскуточков, то есть это была такая ткань, сжатая, очень такая легкая, и комбинезон весил, наверное, грамм 300. И было очень приятно и ходить в нем. И осталась фотография, правда, я не знаю, я, по-моему, ее так и не сканировал. С Яшей и с Аяной было чрезвычайно приятно гулять, чрезвычайно приятно обсуждать какие-то мелочи. Мы очень легко находили общий язык и очень легко переживали эти мгновения. Я думаю, отпуск он должен быть каким-то фривольным, очень не напрягающим, чтобы не было какого-то грузилова, и можно было просто ходить и наслаждаться природой. Отчасти этот фильм еще более экспериментальный, чем прошлый мой фильм, в том плане, что он зиждется на, казалось бы, отсутствии какого-либо концепта. То есть говорить о том, что это фильм о Ялте, полноценно не приходится, несмотря на то, что он так называется. Это фильм больше, чем о Ялте, потому что, точнее, его кадры находятся несколько за пределами тех городских контуров Ялты, о которых вы можете быть в курсе, если вы
Если вы были в Ялте. Здесь очень много окрестностей Ялты в этом фильме. И в самой Ялте, конечно, по большому счету, гулять, снимать людей Ялты, это дело такое, это получилось. некоторая социальная Такая. документалистика. Здесь такого ничего нет, здесь только мы, только Яша. Только Яша, только Аяна и только я. Мне кажется забавным сочетать эти линии нарратива, да, которые сейчас вот Да, я Светочка, пытаюсь. Насколько камера не перегибай успевает дерево, за Яшей и Аяной, перегибай которые дерево, Света. убегают от меня, настолько я не успеваю за этими воспоминаниями, не успеваю за тем, как лучше было бы. Но я забавляюсь всем этим. То есть это большая забава, и я понимаю, что такая жизнь. То есть мы лишь живем в иллюзии того, что мы что-то поймали, и что-то вот поймано нами, и вот оно с нами уже как бы навсегда, да? Нет, абсолютно нет такого чувства. И единственное, что остается, это забавляться, бежать дальше за Яшей и Аяной, которые как милые дети, сбежавшие из пионерлагеря, убегают навстречу Партениту. Мы поехали в Партенит. И это была очень смешная поездка. Мы хотели посмотреть что-то еще. И пока мы шли от трассы к самому поселку, уже стемнело, и мы никуда не успели. И фактически мы пришли в Партенит уже когда там была ночь. И единственное, что нам оставалось, это сесть на последний автобус из Партенита в Ялту, чтобы обратно приехать. Но это приключение было настолько живым, и вот эта природа вокруг, эта прогулка, да, вдоль трассы оставила какие-то крайне приятные игровые воспоминания. Следующая часть, да, этой серии Ялтинской должна быть в 2020 году. И для нее как раз вот сделан будет этот фильм, и для нее он показывается, чтобы вы имели представление, да, дорогие зрители, о том, что мы вообще там делаем. Как это вообще занятно или не занятно, и что вот такое вообще есть, что вот есть такие, как сказать, люди, которые ездят куда-то, да, там, но делают это достаточно в специфической манере и скорее постоянно находятся в рефлексе с действительностью. А вот вид из окна. У нас был прекрасный голландского типа домик. Мы жили во дворе церкви, без преувеличения, старообрядной церкви, одной из первых церквей Ялты. И сейчас я покажу ее. Не должен был я это упустить. Я стараюсь приезжать именно сюда, именно в этот двор, из раза в раз. Вот уже я был здесь, получается, 2 раза. Если перечислять все сны, то, наверное, раза 4 было тоже. Каждый раз в Ялту я приезжаю с новой стрижкой, и в этот раз я был практически лысый. Это мелочи. Вот.
Вот, собственно, там место каменистое в Воронцовском парке, которое мне показалось интересным с той точки зрения, что оно какое-то очень в духе Александра Ходоровски. И куда же без моего пальца? Я не помню ни одной съемки своей, где мне бы не помешал палец. Возможно, потому что у меня нет настоящего киноаппарата, как у Дзиги Вертова. Тогда, правда, мне пришлось бы нанимать людей, грузчиков, или не знаю, или он не такой тяжелый был. Мы поднялись наверх, да, когда шли к Парктениту, и здесь встретили чувака, который запретил нам идти дальше. Это вид Сайпетри на город, на Ялту. Вид изменившийся, и сам город, опять же, продолжая тему некого гниения, медленного гниения, город становится, в моем понимании, все более и более уродливый, и застройщики вырубают леса, вырубают деревья, прекрасные хвойные деревья, и приходится вот так вот, знаете, уходить подальше в горы, и чтобы снимать природу, снимать ее необычайную, как сказать это, я даже не знаю. Мне кажется, природа очень гуманна. Она выжидает, смотрит дальше, что человек с ней делает, и она может, ее, конечно, подташнивает, но она терпит. Пока что. Вот. В Ялте было последний раз землетрясение, по-моему, то ли в начале века, по-моему, в начале века или в 1925, или, ну вот между 1905 и 1925 там. Это было страшное землетрясение, и я думаю, вот они его результаты тоже, это каменная глыба, то есть как-то там что-то это все рушилось и скапливалось. Так вот, да, это в 1927 году было, я вот сейчас посмотрел. И, к примеру, вот Ласточкино гнездо было разрушено почти, ну так, капитально. Мне показалось, что потенциал, как бы, кинематографически этих мест настолько огромен, что я удивляюсь, почему люди как бы перестали снимать что-то именно в Ялте и перестали сочинять здесь легенды, да? То есть перестали думать в контексте этих пейзажей и выдумывать здесь истории. У меня был один потрясающий сон, в котором я был героиновым наркоманом, и меня возил таксист по вот этим окрестностям в поисках дозы, и в некоторых местах он просто останавливался и уже сам не мог никуда ехать, и я видел, что он очень плохо ведет машину, и в какой-то момент я просто хорошенько присмотрелся в зеркальце переднее и увидел, что за рулем сижу тоже я. Дело в том, что вообще вот как бы весь этот сюр, да, и все это достояние подсознания, оно возобладает над нами и главенствует над нашими ощущениями и
Безусловно, люди глушат это, и глушат эти эмоции, глушат эти чувства вопреки свойству вообще души испытывать новый опыт, испытывать его и делиться им. Я задумывался о том, как кино воспитывает человека и является, по сути, главным учителем в жизни. Вы не можете столкнуться с большинством опасностей, кроме как через фильмы. Вы не можете пережить кражу, тюрьму, да, там что угодно, только лишь надеясь на свой опыт, да. Конечно, вы можете пройти через это, но если говорить о самой большой кладези, так сказать, жизненного опыта, да, который можно пережить, то его корень прочно лежит в том, чтобы преодолеть, да, какие-то препятствия и потом уже как бы действительно понимать, что происходит, как с этим оперировать. Но я обращал внимание, что люди, которые посмотрели очень много фильмов, ну вот именно, причем хороших фильмов и авторских фильмов, например, там «Новую волну» 60-х, там, или это может быть просто какое-то авторское кино с опытом, да, с зарубежным опытом, поскольку вы не можете чувствовать культуру другого народа, находясь у себя дома все время, да, вы не можете становиться опытным, да, если вы сидите все время в своей комнате. Но кино великолепно передает этот опыт, и оно буквально меняет человека. И я должен сказать, что этот фильм тоже может оцениваться по-разному, и я бы предпочитал, чтобы он вообще никак не оценивался. Потому что дело не в оценках, а дело вот именно в этом эксперименте с действительностью, которую мы на троих с Аяной, Яшей, ну на четверых, да, как бы иногда к нам подключался Филипп, иногда к нам подключались продавцы там шаурмы, и другие люди, лица которых, может быть, я даже не запомнил, но это была жизнь, это была наша жизнь, это был кусок жизни, да, то есть вот просто все реально, все так и было, то есть сейчас это просто вот набор каких-то кадров, причем кадров непрофессиональных, кадров очень сбитых, дерганых, да, и я специально не старался абсолютно никоим образом передать какое-то усердие, да, потому что я не такой человек, и нет, даже дело не в усердии. Ну, в общем, вы понимаете, я не стремился сделать какую-то конфету, потому что есть как бы опыт, и вот этот опыт эдакого ездока, да, по ялтинским окрестностям, по ялтинским дворцам, по Крыму, да, покинутому Крыму, Лонесом, Crimea, и вы можете видеть, как все это медленно тоже ускользает. То есть сейчас вот мы как бы живем, я живу, вы живете, и есть деревья, есть вокруг люди, есть наши друзья, есть все есть, в общем.
с ними. Вот так вот, вот такая связь между фильмом и этой импровизацией на гармошке. В этой импровизации не было, возможно, какого-то какой-то, да, основательности, и она была хаотичная, как и этот фильм, но зато она была драйвовая. И я действительно, вот единственное, да, к чему я стремился, это какому-то внутреннему драйву, то есть чтобы это было драйвово, чтобы это было, как сказать, я не люблю слово современно, наоборот, скорее, да, чтобы это было несовременно, и чтобы это было, может быть, даже странно слово. Но вот действительно я люблю это, мне нравится это в людях, когда они не слишком серьезно относятся к жизни и не слишком, ну, я имею в виду к той бытовой стороне жизни, которая такая вот у нас дорогая для нас, да. Материалов не так было и много, по сути, вот этот фильм вышел на минут на 50. Все это время я оказались еще мандарины в рюкзаке. И вообще вот эти все рюкзачные ништяки, они так радовали нас. Появляются кадры вот все время этих зависших картинок, да, в Ялтинском доме культуры, где мы устроили выставку спонтанную и захватническую, такую анархическую, переросшую потом в нашу акцию «Чистый лист». Эта выставка была очень забавной, и Аяна хотела сделать нечто большее. Она искала средства от насекомых, по-моему, и мы на полном серьезе заходили и выглядели как террористы, которые ищут всяческие взрывные смеси и просто для искусства, для того, чтобы что-то сделать. Я выбежал на 10 минут, чтобы купить папку с бумагой, и периодически, как появлялось время, мы пытались рисовать. Я сделал около 20 зарисовок, и мы вломились в Ялтинский дом культуры, и где была какая-то архаичная, чокнутая фотовыставка в духе «Советский Союз, давай сюда, назад». И мы слышали, как где-то наверху играет какой-то тромбон, или кто-то играет, в общем, такую какую-то тоже импровизацию. И некоторые кадры могут повторяться, я вот сейчас вижу точно, что-то повторяется, это уже было, но, извините, я никто не застрахован от самоповторов. И вообще, по-моему, это даже здорово, что что-то может произойти еще разок без особого вреда. Да, продолжая тему выставки, мы много думали о том, кто мы и
что мы вообще можем сделать здесь, в этой красоте. Периодически мы встречали какие-то свидетельства другого вообще мира. Вот как встретили мы возле Массандровского дворца отряд пионеров из будущего. Все по отрядам, все строго, все круто. И вот так вот, да, и мысль о выставке очень подогревала воображение и оставалась еще целая папка с бумагой, с чистыми листами, и было ощущение, что интереснее всего выезжать за пределы Ялты, чем видеть то, что происходит с городом в эти дни. Поэтому как-то так конвертировалось это ощущение в потребность расклеить эти оставшиеся чистые листы по улицам города. И надо сказать, что так совпало у меня, что в этот момент жизни я стремлюсь поступить в на художника, и вот в одном из случаев меня приняли уже сейчас в университет, и я как раз называл там эту акцию, и я говорил об этой акции, о чистом листе, и любопытно, что кроме нас, Яши и Аяны, о ней никто не знает, но она не была освещена, и по этому случаю у меня даже есть график, такой, знаете, график о том, как вообще важно, как событие приобретает, да, свой характер уже на волне своей гласности, да, то есть как много людей знает об этом или не знает. Так вот, очень искажается информация, и на данном этапе я хочу заверить вас, что этот фильм и акция «Чистый лист», наверное, это то, что, ну как сказать, что меня трогает, и что действительно, в моем понимании, является неофициальным, не расписавшимся, да, в договорах с не только там с властью, да, но и с теми, кто с электоратом, да, то есть с теми, кто определяет, что есть искусство, что не искусство, что уходит в забытие уже когда-либо. Но вот важный момент этого – это сразу дать возможность новому своему, да, продукту, не хочется так называть это все, но это все можно назвать. Вот представьте себе жизнь человека, да, который рождается стариком, и его все знают, его все, как бы, это заслуженный какой-то чувак, да, там, и он просто он как бы прожил жизнь, казалось бы, да, но тут все наоборот, он родился уже таким, у него уже это есть, у него есть уже заслуги, пенсии, награды, и изредка его привозят на инвалидной коляске, там, допустим, на какие-то фестивали показывают. И вот представьте, если жизнь идет наоборот, то есть он с годами становится моложе, незаметнее, как будто бы происходит омоложение, да, то есть вот внутренне это все
обратные процессы жизни, то есть тело становится все более крепким, а потом наоборот становится более мягким, да, то есть вот эти как полюсы старости и младенчества, да. И вот если рассматривать вот в этом реверсивном потоке этот фильм, то он как старик, который родился, да, вот только что. Он уже в забытие, он с первой своей минуты до самой последней минуты проживает свою жизнь и умирает младенцем. То есть вот это то самое сравнение, которое мне приходит в голову, когда я думаю о том вообще, что можно делать сейчас с этой жизнью и с этими усилиями, да? Тем не менее, благодаря этому проекту Clean Sheet, чистый лист, и во многом благодаря этому младенцу, который, как и Ялта, как и весь Крым, находится в некоторой изоляции, прежде всего лексической изоляции, изоляции понятийной, изоляции смысловой и освобожденной от любых нагрузок. То есть вот взять и просто отказаться от всего. Это может быть чревато, это может быть скучно. Но вот Сартр говорил, что скука — это быть счастьем, например. То есть вот счастье, оно же тихое всегда. Ну, максимум вот как шум воды, падающей с высока. Поэтому я призываю мир и призываю каждого к своему счастью, тихому, спокойному дзену. Сейчас счастье для всех.